что, друзья, всем привет. Как я и вам говорил, через неделю на этом самом же месте. Прошла неделька, да, такое ощущение, как будто никуда и не уезжал. Приехал я в Орландо, запарковал своего красавца. На следующие 3-4 недельки он будет у меня стоять здесь, ждать меня. А я поеду бороздить просторы красивой, великой Америки. Утро раннее, диспетчера ищут груз. Я, в свою очередь, подготовился к дороге. Приехал вчера. Вчера я его сюда поставил, переночевал в траке, потому что у меня были тут небольшие дела. И вот, кстати, видели Мерседес? И вот стоит трак, и трак возит флетбед. Вот на чем надо работать. А я все на своем рифере, да на старом Мерседесе. Возил бы флетбед, ездил бы на новом Мерседесе. Ладно, шучу. В общем, приехал я неделю назад, поставил трак для ТО, поставил трейлер для того, чтобы ему тоже провели небольшое ТО. И плюс я еще обещал его помыть, почистить, подмести. В общем, собственно, чем я тут и занимался вчера. Мой трак и трейлер. Да-да, сделали ТО. Облегчили конструкцию. И теперь у меня будет вот такой вот трейлер. А? Вот этот поворот называется. Да, 53 фита, все те же, просто без будки и без жужжащей установки за спиной. Рынок, друзья мои, рынок диктует такие условия, что выгоднее всего, как показывает практика, работать, говорят, на этом. Поэтому я цепляю новый, абсолютно новый, до меня никто с ним не ездил, флетбед. Все оборудование у меня находится в ящиках инструментальных, которые у меня установлены с обеих сторон. Да, у меня нет хедрека, и пока что я буду ездить без него. И едем проверять с вами, сколько же платят на флетбеде. Потому что кто-то говорит, что платит хорошо, кто-то говорит, что платит не очень. Но насколько я владею информацией, а я считаю, что я владею правильной информацией, платят там достойно. И, ну, в процессе работы я вам буду показывать и рассказывать, что такое хорошо и что такое плохо, как работает на флетбеде, как вообще здесь можно зарабатывать и можно ли зарабатывать. Все это дело вам покажу и расскажу. Новый, абсолютно новый флетбед, алюминиевая рама, металлические лендинг-гир, ну, ноги. Здесь у нас еще установлен стеллаж, рэк по-другому для брусков и деревяшек, которые мне пригодятся в процессе работы. Все это дело скреплено, стянуто стяжечкой. Вообще, по-хорошему, надо замочек сюда повесить. Я вот с одной стороны повешал, у меня был один. Ну, давай. Надо будет докупить еще один. И сюда тоже повесить замочек. Потому что оборудование все здесь, и оборудование может уйти кому-то в другой трейлер. Поэтому, чтобы такого не было, я повешал вот такой вот карабин, чтобы самому потом мучиться его снимать. Хотя вчера снимался вроде хорошо. Ну, давай. Итак, покажу, что у меня здесь в этом ящике. В том ящике не покажу, потому что у меня он закрыт на замок. Не поленюсь, хожу за ключами и там покажу. В общем, здесь у меня тарп. Тарпа у меня два всего пока что. Две восьмерочки. Один с одной стороны, другой с другой стороны. Со временем он, конечно, переедет туда, на флетбед, и будет кататься там, когда будет грязный. Значит, здесь получается 10 цепей, 10 трещоток здесь находится. Здесь же находится под тарпом, здесь же находится коробка и специальные крепления для перевозки катушек. В принципе-то и все. Ну и пару дополнительных стрепов я вот купил, вот такие вот маленькие. Мало ли их, что бывает, там что-то надо зацепить. И плюс у меня здесь находятся также алюминиевые, металлические уголки. Нужны, когда используются цепи. Вот, собственно, и все. Достаточно вместительный ящик. Вешаю карабин просто хотя бы для того, чтобы предотвратить открывание
на ходу, так скажем. Да, здесь этот стопор, но мне это что-то не очень сильно нравится, но как есть. Вот, а трейлер без подкачки идет. У трейлера слайдующаяся, сдвигающаяся одна ось. Получается, задняя ось сдвигается. Передняя ось на трейлере стоит ровно на месте. Стандартный размер резины 295/75 на 22,5. Алюминиевые диски, только снаружи, внутри получается эмулированные тазики. Ну и вообще вот такая красота внутри. То есть все новенькое. Все новенькое. Буду привыкать к габаритам, потому что парковаться на этом красавце не очень-то удобно. Объясню почему. Потому что нормальное положение, то есть осей вот такой, как вы видите, и здесь слишком большой свес, и он же дает слишком большой занос трейлера. Надо быть аккуратным. Так, а здесь у меня вот замочек, такой хороший, красивенький замочек, который надо снять, чтобы показать вам, как все выглядит, что у меня здесь вообще. Вот, здесь получается все стандартно, ноги, подножки, кран для того, чтобы сдвигать, получается, заднюю ось. То есть здесь нет необходимости ставить трейлер на тормоз, чтобы сдвинуть колесо, как это делается на обычных трейлерах, ну, там, драйвенах, риферах. Вот. А здесь, получается, немного система работает по-другому. Здесь нужно с тормозов все снять. То есть и трак, и трейлер, когда уже непосредственно находишься в кабине. Повернуть кран, который я показал. То есть у него два положения, релиз и сет. Вот, поворачиваем вниз. Таким образом мы блокируем одну ось, и она встает на тормоза. И я убираю уже с тормоза, получается, трак и трейлер, и сдвигаю эту ось. Ну, здесь намного проще. Так, здесь у меня побольше инструмента. Здесь у меня есть одеяло, бланкеты. У меня здесь еще один тарп, восьмерочка. У меня 20, получается, катушек, таких 20 ремней. Дополнительные еще есть ремни вот такие, с трещотками. Это я сюда уже свой докинул. Вот такой вот у меня, такая ручка для протяжки, получается, для того, чтобы протягивать и затягивать груз. Вот в этой коробке лежат те же самые ремни. Резиночки, банджи для того, чтобы крепить этот тарп, уголки всякие разные, это все там вот у меня лежит. Вроде как, с одной стороны, навалом кажется, но разберусь со временем, говорю, вот этот тарп и тот тарп с другой стороны переедут на перед трейлера, я там их притяну. Обычно они так и перевозятся. Вот, также у меня получается 20 решеток из нержавейки. Вот, ну я заряжу сюда, наверное, катушек 15. Ну вот, а там дальше посмотрим. Лампочек много, габаритов, мигают, сверкают. Вечером все это дело вам покажу. Вот, ну, собственно, вот такая вот у меня обновочка. Да, как говорится, сделали того, так сделали, да. Вот, а сейчас на данный момент диспетчера ищут мне груз. Будем выезжать из Флориды, посмотрим, как будем выезжать. Либо это будет там пару паршалов, либо это будет один цельный груз, я не знаю пока что. Будет видно. Ну, на самом деле, да, интересно, как будут обстоять дела, как будет проходить работа. Так что я действительно в предвкушении. В предвкушении того, что буду бегать тут с тарпом весь мокрый, тарповаться, грузиться, разгружаться, временами материться и говорить, да это лучшая работа. Вот. Ладно, закрываю ящик, жду груз. И как только получаю, выезжаю в сторону загрузки. Совсем забыл показать и рассказать. Я же все-таки поменял подушечку. Ликвидировали мы утечку воздуха. Вот так она сюда встала. Это, конечно, не оригинал, не Volvo. Это подушка Continental. Но функцию свою выполняет. Трак воздух больше не теряет, на подушках не опускается. А это самое главное. А еще
только что позвонил мне диспетчер, и мне взяли груз. Взяли груз 100 миль дедхедом, 400 груженными, и поедем с вами, по-моему, куда-то в сторону Каролины. То ли южной, то ли северной, куда-то туда. Вот, информация была такая вводная. Жду сейчас rate confirmation, то есть я жду сейчас документы. Все проверяю, выезжаю. Единственное но, это будет сразу груз с тарпом. Так что... Welcome. Добро пожаловать на Flatbed. Ну ладно, что, поедем поработаем. Время прогревать мотор. Ну что, как говорится, в добрый путь. Земля, прощай. Погнали. Груз я получил. Впереди 111 миль. Еду в город Сант-Августин. Там гружусь и потом... в Южную Каролину, не в Северную, а в Южную. Так что, такие дела. Так, конечно, непривычно, что через трейлер видно все, что происходит с другой стороны. Это, конечно, плюс, когда парковаться пустым особенно. Или даже если с грузом, и груз просматриваемый, это тоже удобно. Ну что, друзья, вот я добрался до своей первой локации, первой загрузки на флатбеде. На самом деле, такое прям ощущение предвкушения, с одной стороны, с другой стороны, чувство волнения, потому что я работал когда-то, это было давно, и всего лишь месяц я прокатался на степдеке. Да, и убежал я с него. Почему? Потому что я был водителем, мне было неинтересно, потому что были каждодневные погрузки, разгрузки, тарпование, вот это все, и я оттуда сбежал, и это плюс еще была зима. Я ездил из зимы в лето, из лета в зиму, это постоянные перепады температур, ты постоянно на себя одевался, надевал кучу одежды, потом снимал эту кучу одежды, был грязный как поросенок, это все, конечно, ждет, это все будет впереди. Вот, ну а пока лето, я уже не водитель по найму, я овнер, это звучит гордо, и поэтому я этот трейлер зацепил и готов тарповать, расторповывать, потому что платится здесь совершенно по-другому. К слову, об оплате. В общем, у меня впереди 400 миль с этой локации до доставки, едем мы с вами в Южную Каролину, и платят мне за 400 миль $2000, то есть $5 на милю. Поэтому, собственно, почему бы и не заторповаться. Грузиться мы будем с вами металлом. Это, я не знаю, это, что это будет, листовой металл, либо это будут катушки, я еще пока что не знаю. В общем, в документах указано просто металл. Груз мой на данный момент пока не готов, буду стоять здесь, охрана сообщит, как будет груз мой готов, они мне позвонят, и я уже буду заезжать. На территории есть весы, я думаю, что они взвесят меня и до, и после погрузки. А вот эта вот линия, вот здесь вот идет вот кармашек, здесь вот написано как паркинг и waiting area, ну вот здесь вот написано на асфальте. Вот, здесь, скорее всего, я и буду тарповаться, потому что на территории завода, завод небольшой, тарповаться, скорее всего, нельзя, потому что там всего лишь несколько мест для погрузки. Там обычно груз ставится, может быть, накидывается пару страпов, чтобы он никуда не съехал, выезжается сюда, и здесь уже происходит именно крепеж. Знаю, проходили это дело, будем вспоминать. Вот такие дела. Вот такие дела. Ну и, соответственно, я в шортах, а мне сказали, нужно одеться в штаны. Я с собой взял в этот раз кучу одежды. И... теперь у меня тут с собой
и штаны, и шорты, и футболки. Все это дело есть, это все дело мне пригодится. Пригодится для чего? Для того, чтобы грузиться, разгружаться, перегружаться, мараться. А еще я вчера, пока принимал груз, пока принимал трейлер, и я подгорел, поэтому Ола Куместас Амигос. Вот, да, купил себе вот такое сомбреро, такую шляпу, потому что с полями, с широкими, чтобы плечи и шея не сгорало, лицо чтобы не сгорало, потому что иначе нам удачи не видать, иначе я буду как уголек буквально после первой недели работы. Вот, так что вот в таком потешном виде в шляпе буду работать на солнце. А может быть даже, кстати, и в дожде, потому что она тоже будет типа зонтика у меня. Так что вот такие дела. Но пока что переодеваюсь и жду, пока меня позовут на погрузку. Привыкайте, теперь вы будете видеть меня вот в таком вот виде, в таком обличье. Да, осталось только выучить испанский и идти стричь газоны. Ну, это если вдруг траковую индустрию захватят роботы и машины будут беспилотные, то что останется делать? Останется только стричь газоны, мыть бассейны, ну и все такое прочее. Но, надеюсь, до этого не дойдет. И вот, я, в общем, после 4,5 часов ожидания все-таки внутри. Внутри меня грузят. Вон там мой трак стоит за этим траком. Сейчас сходим, покажу. Мне сказали, что рядом с траком не стоять и не мешаться там для безопасности моей же. Вот. А пока что я вам хочу что показать? Я вам хочу показать вот это вот называется Tarp Station. То есть это место, где тарпуются, где укладывается тарп сверху получается, да, брезент по-русски говоря, где покрывается груз, чтобы вот по высокому грузу не ходить и не навернуться с него. То есть используется вот такая специальная станция, Tarp Station. И очень удобно, когда груз вот такой вот сборный, сборная солянка, и чтобы с него не навернуться, несмотря на то, что он уже закреплен. То есть вот разматывается тарп, он там сейчас каким-то образом где-то зацепится, поднимется, он под него подъедет, и тарп, и тарпом все закроет, а потом уже притянет. Вот, у меня груз должен быть низкий. И для этого мне тарп не понадобится. И поэтому я смогу спокойненько затарповаться на месте. Никуда не отъезжая. Идет погрузка. Вот таким образом. Металл, листовой металл. И, кстати, едем мы с вами на завод Siemens в Южную Каролину. Все было интересно, что же будут мне грузить. Грузят мне листовой металл в пачках вот в таких. Потому что здесь на самом деле это завод по производству разного вида металлических изделий. От листового металла до труб, всяких разных чушек, профилей и прочего-прочего. Первый груз волнительно, елки-иголки. Волнительно на самом деле. Но ничего, разберемся. Сейчас посмотрим, как мне все это дело, как говорится, положат, поставят на трейлер, а там уже дело техники, как говорится. Не знаю, будет видно на камеру или нет, слишком далеко. Я постараюсь подойти поближе. В общем, парень там тарпы расстелил, закрепил их и сейчас поднимает. Поднимает кверху и будет под них заезжать. А потом опустит.
И таким образом тарпы лягут, получается, прямо на трейлер. Не хватает ему высоты. Получается, тарпы большие, и ему габарита не хватает. Ходит, качает головой. Думаю, что будет пробовать сейчас заезжать так. Решает попробовать, по ходу дела. Нет, все же опускает. Опускает, наверное, будет перезакреплять их. Ну, в общем, принцип такой. То есть расстелить тарп внизу, на полу, закрепить его с обеих сторон и лебедками поднять кверху, заехать под него и опустить тарп, получается, на груз. А здесь уже дело техники. Удобная штука. Не знаю, везде такое есть или нет. Вот как раз таки и узнаем с вами в процессе работы. Попытка номер два. И сейчас все выглядит намного лучше, чем выглядело до этого. В общем, он подтянул тарп с обеих сторон, перезакрепил его, и сейчас будет под него заезжать. Удобненько. Прям очень удобненько. Мне сказали, что я могу использовать то же самое. Я уже повторяюсь, но мне зачем? У меня груз низкий, и по нему удобно ходить. А если бы был бы груз сборный, то можно было бы использовать этот станок. У меня погрузка идет полным ходом. Скоро начнутся страдания. Самое интересное. Скоро начнутся страпы, тарпы, в общем, вот это все. Ну что, друзья, меня загрузили. Идем тарповаться. Я, конечно, профессионала врубать не буду, но мне кажется, что тут должно хватить одного тарпа по длине. Вот сейчас мы это дело и посмотрим, проверим. Придется подкладывать одеяло здесь, потому что углы. Углы очень острые, тарп можно порвать. Это листовой металл, нарубленный. Даже, наверное, не металл, а дюраль. Похоже больше на это. Вот такие дела. Ну что, погнали? Крепить груз. В общем, только начал работать, только начал раскладывать одеяло, и ко мне подошел работник, говорит, ты не можешь лазить по трейлеру, потому что у нас такая политика компании. Я говорю, ну окей, что мне делать? Он говорит, ну вот Target Station, заезжай туда, там лазь. Я говорю, ну а здесь что? Он говорит, а здесь не можешь. Я говорю, то есть там у меня убиться будет больше шансов, потому что если я там споткнусь, я помимо того, что не просто упаду на пол, я еще там по дороге соберу там все, что будет у меня на пути. Он говорит, да. Я говорю, ну окей, хорошо. И теперь буду ждать, пока тот парень отъедет, и буду заезжать туда, и там уже буду продолжать эти процедуры. То есть, прежде чем уложить тарп и застраповать груз, то есть закрепить его ремнями, мне надо уложить одеяло. Почему? Потому что под одеяло, то есть одеяло я решил уложить под стрепы для того, чтобы одеяло не шевелились. Ну вот как-то так. И одеяло, уголки, потом стрепы, потом тарпы, потом уже его тарп крепить. Ну, короче, будет весело. И чувствую, что долго, потому что этот парень только-только там заканчивает, как заканчивает, то есть он заканчивает ходить вокруг и начинает работать. Поэтому я не знаю, сколько я отсюда уеду. Ну вот, короче, первый груз комом. Первый, блин, комом.
Ну что, друзья, вот так прошел увлекательно мой первый день на флетбеде. В общем, груз я забрал, закрепил, заторповал. Струны натянуты, можно играть. Заторповано, закреплено, на 100-500 раз проверено, вокруг 100-500 раз обошел. Вот здесь вот небольшая такая порнография получилась, ну, а куда деваться? Как получилось? Подтянул хвост, подтянул, закрепил хвост, хорошо получился, вот бочина не очень. Конечно, был бы у меня коротенький какой-нибудь еще брезентик. Вчера буквально гулял в Walmart'е, в магазине, и смотрел на этот брезент и прошел мимо. Посмотрел и прошел мимо. А он сейчас бы, эх, как пригодился. Ящики закрыты. Здесь тоже вот таким вот образом. Вроде как и прикрыто с одной стороны, но с другой стороны и приоткрыто. Не знаю, ну поеду так. Вот. Здесь прям вот, прям как будто простегал ниточкой. Знающие люди посмотрят и скажут: Ваня, что ты натворил? Что ты наделал? Кто так делает? Кто так торпует? А я скажу: ну, научусь. Что теперь? Вот. Все, довольный, уставший, но довольный. И, кстати, да, устал, но, елки-палки, так доволен. Вот, сейчас пойду переоденусь, вытрусь, умоюсь, каким образом у меня с собой есть. Вот такая волшебная канистрочка с водичкой. Вот и все. Говорится, вода есть. Так что сейчас умоюсь, перекушу, поеду до Тракстапа, взвешиваться не буду, взвесился здесь. Вес легальный, и вес вообще, в принципе, в норме, в том плане, что никакого перевеса и не будет. Вот, поэтому сейчас умоюсь, покушаю и до Тракстапа отдыхать, а завтра будем уже делать доставку. То есть проеду, сколько проеду, завтра доеду и, в общем-то, доставлюсь. Самое главное, все мои труды. Завтра надо будет вот это все дело снимать, расторповываться и все остальное. Ну, такая работа, как говорится. Вот. Ладно, погнали заниматься делами дальше, как говорится. Работа не ждет. Это только часть работы. Теперь осталось сесть в кресло и сидеть, и отдыхать, и смотреть в окно. Вот теперь эта фраза работает как никогда. Вот действительно. Раньше, когда я говорил эту фразу на рифере или драйвене, это было так себе, ребячество. А вот теперь она действительно работает. Вот, ладно, я умываться, ужинать. И в путь дорогу. Как там говорится, работа, работа, впереди на Федота. Ну и так дальше. Короче, добрался я до Тракстапа и нахожусь я в штате Джорджия. И в который раз убеждаю, что этот классный Тракстап, это когда ты пересекаешь, получается, Флориду, Джорджию, штаты, ну, границу штатов, и заезжаешь, и здесь всегда есть место. Вот время на данный момент, уже 10 час вечера, есть места. Вот, это радует. А что тут по поводу моих вязанок? Все на месте, все отлично, все хорошо, все держится. А, ну-ка. Ну прям струны. Можно играть на них. И здесь сзади тоже все держится, все хорошо, никуда ничего не улетело. Я на самом деле подвязал. Я не знаю, насколько будет видно на камеру. И даже здесь подложил уголок специально, чтобы не терло. Получается, сверху у меня одеяло, а снизу вот здесь вот это единственное место, куда я подложил уголочек. Одеялка. Тут, короче, все нормально. Никуда оно не денется. И одеяло мне подсказал диспетчер. Шамиль, если ты смотришь, тебе привет.
сделать таким образом. Ну, сейчас, конечно, не будет видно, но в процессе погрузки было видно, что, в общем, что я сделал. Я проложил одеяло для начала, потом положил уголки и пустил уже стрэпы. Получается, таким образом, что я придавил одеяло, и они никуда не денутся. А если бы я сделал бы наоборот, уложил бы сначала уголки, потом стрэпы, потом одеяло, то, возможно, вот в такой пролет одеяло можно, ну, могло улететь, его могло вырвать. Вот, а по поводу лампочек, да, вот, кстати, я хотел сказать по поводу лампочек. Красиво светится новый трейлерочек, прям здорово и замечательно. Когда включаешь указатель поворота, либо знак аварийной остановочки, он еще и мигает. Он еще и мигает, и получается, это как раз таки для тех сделано, кто не любит пропускать на дороге обычно. Мол, типа, ай, поворотку не заметил. Да, какую именно? Все закрыто, отлично. Здесь все работает, мигает, номер на месте, все хорошо. Номер временный пока, но как придет, установлю постоянный. И с этой стороны проверить. Сразу же. На сон грядущий. Мало же нагулялся, надо еще походить, погулять. Вот этот пузырек сейчас проверю, посмотрю, что здесь. Ну, а так в целом, в общем и целом, все хорошо. Все хорошо, замечательно. Так, деревяшки на месте. Хорошо закреплены. Ну и все. Как говорится, с чувством выполненного долга на сегодня можно идти отдыхать. Все, увидимся с утра. Доброе утро, друзья. Начало нового трудового дня. Ну что ж, я выспался, проверил свой груз. Все отлично. Сходил, умылся, позавтракал. Приготовил перекусик себе в дорогу. Что ж, можно выезжать. Впереди 340 миль осталось. Вчера проехал немного. Ввиду того, что много простоял. Простоял, прождал, пока меня начнут грузить. Это потеря времени, к сожалению, колоссальная. И как только открылась новая смена, можно и нужно выезжать. Нужно доставить груз и ехать работать дальше. Сегодня в планах. В планах, по крайней мере. Доставка груза и также взять следующий груз, поехать загрузиться, было бы вообще шикарно. Кстати, ночью по поводу Трэкстапа, я вот говорил, что Трэкстап свободный, да, я вчера приехал, время было 10, и места были, а вот ночью ребята вот так вот паркуются, мест уже когда нет, несколько рядов получается на проезжей части дороги. Ну, сейчас время 6.23, мест уже полно пустых, можно встать без проблем под утро. Большая парковка, очень удобный Трэкстап, повторюсь, находится на границе двух штатов, Флорида, Джорджия, второй экзит, по-моему, второй съезд. В общем, тот момент, когда ты начал работать на флетбеде и невольно стал обращать на то, как крепятся другие грузы, потому что это все у меня впереди. И, кстати, вчера, когда был на загрузке, ко мне подошел парень, тоже там один. Он говорит, слушай, говорит, как у тебя, говорит, трак нарядно выглядит. Я говорю, да вроде как обычно выглядит. Он говорит, да нет, классно. И трейлер у тебя новый. Я говорю, ну да. Он говорит, прям... Ну-ка, говорит, давай, говорит, посмотрим, как ты, говорит, груз закрепил. Ну, такой, я уже, получается, выехал за территорию. И за территорию уже доторповывался, так скажем, дошнуровывался. И вот он там прошелся такой, посмотрел, специалист. И такой, говорит, все круто, одобряю. Я говорю, ну, спасибо. Ну, на самом деле, это здорово, когда можно, в принципе, даже вот обратиться на погрузки, если не знаешь, как загрузиться, то можно обратиться, и тебе помогут, подскажут. Я знаю, что такие случаи бывают. И вообще на этих трейлерах Flatbed, Stepdeck, Lowboy больше как-то уважения, что ли, даже на погрузках-разгрузках. Если на рифере
к сожалению, тебя за человека не считают, не знаю, почему так и с чем это связано, то, ну вот, даже вот с первого груза я могу сказать, что отношение совершенно другое. Ну, просто вот я это увидел. Даже, что совершенно по-другому к тебе относятся, с тобой разговаривают, и тебе готовы там помочь и все такое. То есть, ну, единственное, что вчера какой-то не очень приветливый человечек все-таки мне попался и говорит, ну, короче, он мне там начал с одного места на другое перегонять, где я могу работать, где я не могу работать, где я могу там, ну, груз крепить, в какой зоне, так скажем, да, в какой нет. И это было странно. Вот, это было странно, потому что, когда ко мне подъехал потом человек, который меня непосредственно грузил, он мне говорит, а что ты сюда переехал? Я говорю, ну, потому что мне, говорю, подошел офисный работник, говорю, сказал, он говорит, странно, говорит, ну, ладно, говорит, и все. И меня никто больше не трогал. На улице приятная температура, не знаю сколько, но очень приятно. Спал с заглушенным двигателем, и птички поют. Лето, красота. Ну что ж, всем позитива, погнали работать. Коместас. Короче, у меня эта фраза будет теперь постоянно на языке из-за этой шляпы. Ну, в общем, я добрался до доставки. Все отлично. Время 12 часов дня. Груз доставлен в целости и сохранности. Я даже прям вижу, что по габаритам ничего никуда не уехало. Стрепы я проверял. Я останавливался на заправочке, заправлялся, дозаправлялся, все пробегал вокруг, смотрел. И все на месте. Это не может не радовать. Это значит, что работа выполнена качественно. Вот, значит, в обратном порядке сейчас это все дело расторповываем, складываем. Я документы уже отдал, мне сказали, что тарп я могу убирать. И груз будут снимать. То есть расторповываемся, убираем, складываем, все как положено. Приступаем к работе. Ну что, разгружаться, я хочу сказать, легче, чем загружаться, потому что я знаю, как стоит груз, я знаю, как его крепил, я знаю, с чего начинать пошагово. И, в общем, груз уже начали снимать, а я тем временем убираю свой инструмент. Все складываю,
открыл тулбакс, сейчас буду сворачивать тарп и буду убирать стрепы. Стрепы буду убирать всегда после доставки. Почему? Потому что тогда они дольше останутся вот такими вот красивыми, и я им продлю жизнь таким образом. Потому что соль, влага, ну, не очень хорошо влияет на стрепы, и их со временем, то есть, я не знаю, они лопаются, трескаются. Час 10, и все готово, все упаковано. Единственное, что когда ты единожды размотаешь тарп, обратно ты его так не смотаешь, поэтому сюда он у меня не влезет. И здесь все забито, хотя он у меня был здесь. Также здесь одеяло заняли свои места, катушки, банджи, ну, эти резиночки. И я оставил специально одну эту катушечку, я не смотал, хотел показать. Этот кадр записываю уже, я не знаю, который раз, на улице жара, 35-36 градусов, и камера просто не справляется с этим всем теплом, и поэтому она садится, она вырубается. Так вот, что хотел показать. Прикупил сегодня на Трокстапе такую штуку, можно назвать ее мясорубка. Для того, чтобы сматывать быстро стрепы и не мучиться. Потому что когда у тебя 14-15 катушек, которые надо убирать, и получается, вручную сматывать их не очень удобно. А вот с этой штукой удобнее, сейчас покажу наглядно. Эта конструкция, она составная. То есть вот эта деталь крепится непосредственно на сам трейлер. И эта штука одевается, и вот сюда вставляется ремешок, вот в эту вилку. И, собственно, крутишь барабан и сектор приз на барабане. В общем, вот такое дело. Вот. И это получается достаточно быстрее, нежели сматывать это вручную. Давайте покажу. Все, трейлер чист. И если вдруг остается мусор, если вдруг кто-то будет работать на флетбеде, посмотрев на меня, ну или вообще, в принципе, планирует идти, ребят, убирайте всегда мусор. Потому что мусор, который прилетит в глаза кому-то на дороге, это будет неприятно, это будет даже, возможно, результатом какой-то аварии. Ну, собственно, поставьте просто себя на место другого водителя. Вот и все. Поэтому берем мусор. Ну, коробочка это как раз-таки от этой самой мясорубки. А лента это осталась от того самого алюминия, который я привез. И идем к мусорным ящикам. Вот так. С меня не убудет. А на дороге безопасно. Кстати говоря, я хотел этот тарп положить вот сюда. Он сюда влазит. Но, есть одно но. Он очень сильно давит на двери. Я переживаю, чтобы как бы эти двери не открылись по пути. Поэтому рисковать не буду. А просто закрою их обратно. Замок. Ну, что мешает? О! Мешает вот такая ручка от трещотки, с которой мы с вами еще потом познакомимся поближе еще. Так, по ходу дела нужна вторая рука. Все, закрыл. Пока смотрю на камеру, не увидел, что еще и цепи попали. Такие дела. Все, карабинчик как временный вариант, потому что нет у меня второго замочка. Будет замочек, будет мне счастье. Все, можно выезжать. Можно отсюда выезжать с чувством выполненного долга. Груз принят в полном объеме, как вы видите. Никаких палет мне не оставили, а если бы оставили, то пришлось бы мне искать не церковь для донейшена, а какую-нибудь металлоприемку для сдачи алюминия в цвет мед.
Ну что, друзья, вот и закончился мой первый груз. Первый груз на флетбеде. Я его довез, доставил в целости и сохранности. Груз приняли, документы подписали, и я могу отсюда уезжать. Уже сходил, умылся, и все равно, несмотря на то, что умылся, сижу, и лоб покрывается испариной, потому что, ну, очень жарко. Очень жарко, водичка в этот момент спасает прям как никогда. Что могу сказать по поводу груза, подытожить, так скажем. Мне очень все понравилось, и это было на самом деле интересно. Заставляет эта работа поработать и как мозги, так и, собственно, тело. Так что домой повернусь загорелый, красивый, уф, такой прям, уф, красавец мужчина. Вот, ну ладно, все шуточки. Но на самом деле, то есть работа физическая и работа не для всех. Те люди, которые привыкли работать на Амазоне, drop and hook, и те, которые люди... И то жалуются, что вот, часто приходится трейлера цеплять, отцеплять, там вот это все дело. Это точно не для вас, ребята. Я прям вот без обид вам это дело скажу честно. Мне работа эта интересная. И я повторюсь, я работал когда-то 2,5 года назад на стабдеке, и я работал в тиме, и я был компанейским водителем, и мне это было неинтересно, потому что мне платили центы за милю, и мне надо было все делать то же самое, что я делал вчера и сегодня, и буду делать дальше. Но сейчас, как бы, игра поменялась, так скажем, да, и теперь я овнер, это звучит гордо, я напоминаю. И поэтому я могу зарабатывать с этого больше, нежели если бы я работал водителем. Вот, поэтому я с вами, собственно, ребята, делюсь этими всеми ценами, не потому что я хочу показать, вот смотрите, сколько мне платят. Нет, как бы платят — это одно, но вы просто залезьте в мою шкуру, как говорится, сядьте, прокатитесь, и вы поймете, нужны вам эти деньги или нет. Я знаю людей, которым эти деньги нужны, которые будут здесь работать. И я знаю, повторюсь, людей, которые здесь работать никогда не будут, потому что это, собственно, не для них. Вот, мне все понравилось, да, жарко, да, еще и будет и снег, и дождь, и ветер. Ну, такая работа, как говорится, и она оплачивается по-другому. Собственно, вот такой вот итог. Все круто, мне все понравилось. Я поехал работать дальше. Вас благодарю за просмотр. Если вам понравилась эта серия, палец вверх. Если я вас удивил, тогда пишите комментарий. Удивил тем, что сменил трейлер. Ну и если вам нравится вообще, в принципе, мой канал, тогда не забудьте подписаться, потому что это всегда мотивирует на создание таких качественных видео. Вот. Всем желаю огромной удачи и до скорого, ребят. Всем пока. Увидимся.